тайная комната, как вы любите. Мы в Диснейленде. Здесь просто мега круто. Ну так, я там вещала вначале, а потом, конечно, привыкаешь. Это было мега круто, это словами не передать. Даже я жирная для этого аттракциона, представляешь? До 75. Хорошо повеселились, а? Ну, конечно же. Наш папа решил прокатиться. Всем доброе утро. Мы сегодня с вами находимся в Москве. И вот въезжаем в наш номер. Очень устали. Сейчас будем отдыхать, а потом поедем в одно интересное место. А вначале посмотрим наш номер. Короче, вот мы решили себе увеличить московские каникулы. Ой, смотрите, с гирлянды. Вот она висит. Ключи, с этой стороны. Вот там нужно на эту штуку. Мари, ник в розетку. Вон на полу лежит вилка. Что еще включается? Мы сейчас все включим. Тут у нас. Три пакетика. Ой, три чашечки. А еще одна чашечка. А здесь у нас, кстати, три чашки. Меньше чашечек здесь. А, нет, тут здесь полно. Это я ничего не вижу. Ой, смотрите, я включила везде подсветка. Только сейчас увидела. Все. У меня сотрясение мозга. Так, а еще есть что включить? А вот это. А это выключить. А это что, мам? А вот это, подожди. Еще что можно включить? А вот тут можно еще подсветку включить. Давай. Ой, мы еще не проснувшиеся, спали мало. И получилось, что я лег вообще в 6. Поэтому я голос сонный, но мы бодрячком. Вот еще подсветка, Леш, ты, как она включается? А вот здесь можно. А о. Есть тут фен, да? А где банок? Это по-моему... Очиститель. Хорошо. Очиститель воздуха сняла. А, еще ванна. Да, еще ванна. Подожди, я еще вторую комнату не сняла. Смотрите сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь вот так. Девчонкам будет романтично. Ой, здорово. Здесь, смотрите, можно еще подружек пригласить и сюда посадить. Вот такой вид. Вот так сверху. Симпатично. Чисто. Ой, я с утра язык не размяла. У нас уже планы великие. Так, ванну еще давайте. Это как включается, Леш? Здесь какие-то штучки. Девочки, дайте я ванну. Давайте я как-то обойду вас. Ой, большая ванна, Леш, ты влезешь. Переживал, не влезешь. Где камера? Короче, вот такая ванная комната. Я должна обязательно сегодня сделать заплыв. А как здесь-то поменять, Лёш? Здесь тоже вроде как свет выключается. И все должно быть симпатично. Подождите. Сейчас, минутку. Лёш, а здесь как включается? Помнишь, я же тебе показывала, что здесь включается? Что у нас подсветка, я видела. А где кнопка? А в воде только светится, что ли? Больше никакого выключателя нет. Я видела фотографию, что она светится. Подсветка. Ой,
включилась, да? А, одна лампочка, естественно. Все, свет там выключи, чтобы я сняла. Давай. А можно что без воды включать? О, смотрите, какая. Девочки, смотрите, вау-вау, быстрее, вы еще не все увидели. Сюда. Романтик? Ага, еще. Я обязательно здесь заплыву. Вы можете вдвоем сесть, кстати, сюда. Можете сесть, а это что такое? Что? Это точно, а вот это что-то за штука, ну-ка. Потайная комната, как вы любите. Как вы любите, кстати, что-то да. Есть? Нет. Все, закрывается. Я в той квартире не успела сделать фотосессию, в этой надо сделать. Как на унитаз сесть. Обзорчик. Вы можете здесь вдвоем, у вас же это купальники, одеть и сидеть. У вас же купальники есть. Ну, конечно, нам же заняться. Ну, бы что, кайфануть. Там же массаж будет, как в этом, помните, вы были в аквапарке радужные, сидели там в джакузи. Можете по очереди. Нечего в джакузи посидеть, и к нам комната такая не влезет. Ника испугалась в джакузи. Нам чтобы было, а пользоваться, конечно, не обязательно. А как включить этот? Я не знаю, девочки. Как это должно? Оно не включается. Потом папа разберется. Не знаю почему. А, у тебя вон розетку не включена. Это твоя фишка. Что, прям сейчас надо уже? Ну, потому что у меня тут... Тебя размоталось. Ах, ладно, давайте подсветку выключим, а то кто знает, может, без воды нельзя? Покажи, Леша. Леша здесь это, в холодильник перекладывает вещи. Господи, мне даже банан не влезли. Фруктовый. Это как будто это домик бар, где жалко не розовый холодильник. Мы сегодня с вами идем в парк аттракционов Остров Мечты. Самый большой парк, не знаю, в России, не в Европе. Он огромный. Сейчас вместе с вами посмотрим. Надеюсь, мы сегодня все успеем, потому что на этот парк, я думаю, у нас уйдет просто весь день. Так что все, друзья, мы уже подходим. Семейный 4, давай не покупай. Не люблю терминалы. Красота. Это неописуемо огромный город. Здесь можно вообще погулять, нафоткаться. Твой аттракцион застрял. Мой аттракцион застрял? Где? А, да, вон. Да, он платный вот этот вот. Мы купили семейный безлимитный билет на четверых. Но вот эта карусель единственная, которую я хотела в первую очередь покататься, она платная. 300 рублей с человека. Значит, не буду на ней кататься, выберу что-нибудь другое. А то и так мы уже, ну как бы заплатили за четверых. Семейный 11 тысяч. Ну, как мы уже знали, какие здесь цены. Мы морально были готовы. А сейчас мы хотим, знаете, что перекусить. И не знаем, где здесь чего. Чтобы нам вкусненько было. Но обычно ну, в таких огромных центрах все вкусно. Так что ищем. Все покушать. Смотрите, здесь фонарики. Наверное, вечером здесь будет такая, знаете, ночная обстановка.
Да, сейчас светло. Небушко голубое. Вот такие пирожки здесь ходят. Знаешь, это пирожки или грушки? Это груши ходят. А это по детали дешевле, что морячь. Ищем перекусить. Я себе взяла креветки. Вот так. Сейчас смешаем. Пакетик для смешивания специй. Берем креветочки. Видите, что пальцы. Все, не буду сыпать. Берешь. Мама, это не так. Я чувствую только запах. Внешне не знаю, видно. Все, приятного мне аппетита. Наконец-то идем на аттракционы. Девчонки дождались, пока мы здесь кушали. Долго заказ ждали. Какая здесь красота. Девчонки сейчас смеются, что я говорю красота, красота. А мы сегодня в Диснейленде. Вот на этой только мне не страшно. Я выбрала себе карусель. Вот я согласна на этом. Не можно? Наверное. Здесь многие до 75. У меня 2 килограмма лишних. Дай бог, мне бы хватило сегодня зарядки. Очень красиво. Это настоящие хачапурики? Размер такой огромный. Это, наверное, муляжи, мне так кажется, из мастики. Девчонки мои идут от бедра, мечтают. Когда мы наконец-то уже на аттракционы, и меня зазывают, а самые стрёмные. Я только на детской карусельке. Смотрите, какая милота. Я радуюсь, как ребенок. Вот смотри, какой там магазин красивый. Какой красивый. На одну минуту, на полминуты. Вау, какой магазин. Как красиво, смотрите. Не, мы сегодня не дойдем до аттракционов. Надо было к 10 утра приходить, говорю. Видите, какие конфеты. Вау. Огромные. Ну, очереди такие, надо все-таки постоять минут 5. Ой,
смотри, а ты кто? Это не Джокер, но какой-то страшный клоун. Кажется, она без обиды, на самом деле это пипец. Как раз после ее вкусной точки надо было сюда идти, чтобы вывернула. Сейчас будет жесть. Какая красота! Мы в Диснейленде. Понастроили. Вот это дом страха, но я туда боюсь. Это, может, не надо вначале. Вон еще какой-то Маугли. Куда идти? А давай наищем, поищем. Давай вот этот, который мы ищем, дом этот, который по мультику. Леш, они ищут определенный мультфильм, нельзя как называется, про каких-то вампиров. Где этот дом? Про вампиров, да, как он называется? А? А там вообще крутяк. Смотри, там тоже крутяк. Вот какая здесь очередь, смотри, на ужастики. Это ужас, дом ужасов. Или как это такое? В каком-то страху заброшенный дом. Там, кстати, снимать нельзя. Снимать нельзя там. Говорят, там очень страшно. Давай тот дом поищем. Что-то я вообще не вижу его. Как называется этот мультфильм? Монстр на каникулах. Нет, разве? Монстр на каникулах? Где этот мальчик с девочкой? Ну, извините, я забыла. Это мультфильмы. И где этот дом? Вот заброшенный этот. Мы идем к монстрам на каникулы. Смотрите. Почему?
Монстры на каникулах, замок страшнее, чем дом страха, вот. По-моему, гораздо страшнее. Крутяк. Смотри, там туман. Он... Это ваты или он... А, нет, он летит на самом деле. Вау. Мариачи. Друзья мои, будет прекрасно, если вы оставите отзыв на все 5 осиновых колов. Смотрим внимательно. Становится душно. Сохраняем воздух. Не портим. Не портим воздух. Хватит пузырей. Отлично, думаю, мы их скоро поймаем. Хорошо повеселились, а? Ну, конечно же. Муми, как ты там, старина? Помоги ему. Ох, а то он, кажется, замотался. Это я. Почти поймал, Драк. Итак, дорогие гости, это наш тренажерный зал. Здесь всем обеспечена отличная растяжка на три. Молодец, Келси, ты просто стройняшка.
Кстати, о приложении. Надо найти противоядие и вернуть этих волчат в нормальный вид. Ну, полечу-ка вперед. Может быть, Джонни что-то нашел? Да, малыши, тут есть противоядие. Извините, пожалуйста, ребятки. Молодец, Джонни. Что ж, гости дорогие, спасибо, что посетили отель Трансильвания. По-моему, мы прекрасно провели время. Так что, если вы напишете маленький отзыв о том, как было весело, это будет здорово. До скорой встречи! И сразу нас выпустили в магазинчик этого мультфильма, мультсериала. Следующий наш аттракцион — замок Снежной Королевы. Ну как бы не сам замок вот здесь он, за моей спиной, а здесь карусель. Девчонки пошли. Девочки, меня только не оставляйте. Лицо мне ударьте, Вероника. Девчонки, сейчас быстро выйду. Там где-то мы. Да, там тут их. Так, вы за кем-то идете, так нечестно. Там тупик, говорят, я за девчонками. Будет мать за мальчиков, Кристина, Аня. Снова тупик. Тебе сейчас за нами люди ходят, ты можешь найти выйти? Подожди, нет, там стекло, да, стекло. Вероника, не уходи. Надо же. А папы нет, главное. А папы нет. Вон папа где-то в тень, тень его ходит. Быстро там нашли. Потому что половина ходили за кем-то. Можно еще раз зайти? Смотрите, замок Снежной Королевы. Нам сказали взять очки. Вот по этому аттракциону я ничего не знаю. Ой, как все красиво. Мне что-то это настораживает. Здесь могут кресла. И какие-то кнопочки, и дырочки. И экран. Thank you.
мега круто, это словами не передать, жалко это не снять. Ужас. Короче, мы летим там на какой-то ракете, эта ракета падает в воду, об скалы, и тебя обдает водой, реально, настоящей водой. Это мега круто было, жалко не снять, потому что мы должны держаться за кресло. Да, мне даже слеза выдавилась. Лёша говорит, что я весь мокрый вышел, а Лёшке там вообще футболка. Да, да, вам все вообще понравилось. Это, наверное, самый интерактивный аттракцион в моей жизни. Все, мы во вкус. Я хочу, вот смотри, я на вот эти хочу. Давай. Короче, мы вошли во вкус, теперь, кажется, мы готовы на комнату страха и дом. Еще на какую-то вертушку мне Марина показывает. Я не хочу. Конечно. Там ужасная вертушка, Вероника, не ходи. Мы идем Маугли в стране динозавров. Меня водой обдали, сразу проснулась. Ой, те же самые. Пойдешь с нами? Ты? Не, не хожу, нет, я так это сейчас описываюсь. Только от одной картинки. Где мой паровозик? Я только паровозика не боюсь. Все, хорошо, друзья, мы с вами в джунглях. И Марина увидела аттракцион, на котором она покаталась в парке ВДНХ. Опа, настроили, да? Что вообще? Ой, цветочки. Было прикольно, если бы он хватал. А, кто быстрее, да. И что дальше? Так, развлечение. Там жутко, там страшнее, чем кораблик в Сочи парке, на котором я была. Я вижу, что она выше, эта штука. Я, кстати, выложила уже это видео. Вот эта штуковина в другом парке. Или она немного. Она другая немного. На той штуковине посередине еще горбик. Треугольник? Да, ой, она что-то такая высокая. Вот этот вот и треугольник. Она что-то высокая. Вот этих цепочек. Ну, может, я тут сяду, будет невысоко. А как мы сядем? У нас 3 человека, а сиденье 2. Куда ты? Лёшка же пошел это. А ты что, хочешь туда сесть? Лёш, не советую. Лёш, ты что, хочешь туда сесть? А? Даже я жирная для этого аттракциона, представляешь? До 75 на 3 килограмма. Марина сошла с ума. Марина меня очень расстроила. Она собирается на самую жесткую, аттракцион. Марина... Жесть,
еще и все, что ли? Что-то Марина какая-то мне показалась невеселой. Все ли у нее хорошо? Ты в сознании? Тебе плохо стало? Нет, почему? Мне показалось, ты после этого так изменилась в лице и стала такая грустная, нет? Все нормально? Нет, я стала как-то, потому что мне стало не страшно. Я думала, будет страшнее. Марина, ты вообще, я в шоке. Это, наверное, самое стрёмное всех в парке. Еще вот те вертолетики еще стрёмные. Марина говорит, что ей вообще не страшно. Что как-то слишком мало. Быстро, да? Сейчас еще пойдем на вертолетики, скорее всего. И самое стрёмное вот это, и еще какие-то вертолетики. Вы знаете, на Ютубе гуляет вот это видео, вот этого аттракциона, где все плавно летят, и только один дяденька такой кругленький крутится вертолетиком. Ну вот сейчас Марина тоже хочет на него, вот этот. Давай, ведет в летную школу. Сейчас спросим. Мне кажется, здесь не страшно, Марин. Мне кажется, здесь не страшно, да? Вот там все-таки страшнее, которое до этого крутилось, да? Страшно? Нет, я не знаю. Там страшнее. Короче, когда самая экстремальная была вот та вот. Да, я видела, это прям плавненько идет, так себе. Короче, мы сейчас идем. Это там дом. Мы идем в заброшенный дом. Я боюсь, но я спрячусь за папу. Не знаю, все. Друзья, мы идем в старый дом заброшенный. Там жутковато, мне очень страшно. Там нельзя снимать, вот так. Поэтому без съемки расскажем, что там, испугался или как. Друзья, а у нас разочарование, мы вообще не испугались, ни капельки. Короче, никто не испугался, возможно, из-за того, что нас там было очень много. Там было человек 20, и все просто паровозик ушли. А из актеров я видела только лишь одну девочку. Не знаю, может, еще были актеры, я только одну увидела в окне, и все. Хотя, если вы загуглите в интернете вот этот вот заброшенный дом, то там якобы очень много актеров, я не знаю. То ли мы слишком быстро прошли от страха, но на самом деле страшно не было вообще. Не бойтесь, заходите.
нас папа идет на аттракцион. На кораблик. Я на этом кораблике каталась в Сочи парке. Поэтому я больше не хочу. На Сочи парке он, по-моему, больше размером. Но все равно мне жутко, нет. Смотрите, страна смурфиков. Очень красиво. И мне, как всегда, разряжается телефон. Какие-то ягодки. Как красиво. Вот такая лужайка. С цветами. Вот такая страна смурфиков. Хороший мультфильм. Только менее безобидный. Красота. Смотрите, в гостях у папы смурфа и домик. Магазин со смурфиками.
какой шикарный магазин, такой красивый. Hello Kitty. Я когда-то прям была помешана на Hello Kitty. Это красота. Вау, вау, вау. А, здесь еще и кафешка. Ой, какая гламурная. Красивая. Очень красиво. Почему уже вышли с покупками? Марина, у Марины как туда какой-то зайка, это как сумочка. Это крышка другого. Какие-то маркеры, да? Ник покажет свои покупки. Тоже какие-то маркеры и стиралки в виде картошки фри. Сумочка мне больше всего нравится всего этого. Ага, ты сказала, что за фигня. Я думала, кошелечек, а это сумочка на веревочке. Это так мило, и твои кофточки белые. Друзья, у меня разрядилась вся техника, поэтому будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Дети довольны, там какие-то сувениры все купили, ну и все. Потому что время уже вообще очень много. Уже ночь, а до них ехать целый час. Поэтому не знаю, как сложится завтра, может завтра. Но мы, если честно, больше хотим в ГУМ попасть. Какие-нибудь еще сувениры купить. Ну, а на сегодня все. Сейчас еще с улицы снимем красоту вот эту. И всем пока-пока. До нового видео. А у меня одна подгорела. Помрешь в этой Москве. 22 часа есть нечего. Все закрыто вокруг. Это просто вообще. Не знаю, с чем это сравнить. Где моя родная Анапка? Давайте, девочки, чтобы у нас как можно чаще получались поездки для отдыха. Да, всем. Чтобы все у нас складывалось. Всем приятного аппетита, спокойной ночи и до завтра. И у нас здесь такая... Вот такой у нас романтик. Сейчас будем ложиться спать. Все, всем пока-пока.